Всем здорова, дорогие друзья, и добро пожаловать на новый ролик по Cindy Car Drive. И, друзья, я думаю, по названию ролика вы уже поняли, что сегодня будет. А будет сегодня то, что мы сегодня посмотрим на новое обновление Cindy Car Drive, которое вы будете... Ну, которое вы ждете, как бы я уже его получил, да, и как бы по названию... Вот тут вот внизу, короче, написано Closed Beta Test, это значит то, что закрытый бета-тест, который доступен только тестерам. И да, 0.2, следующее обновление, которое должно в скором времени выйти. И сразу же хочу сказать то, что это будет отличаться от выхода, ну, от релизной версии, которую вы уже будете играть. То есть здесь уже, ну, скажем так, все сырое, еще не подготовленное, да. Но уже я это вам могу показать. Собственно говоря, всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Также, ребят, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Начнем с того, то, что у нас поменялся задний фон, это вот Субарик, да. И там новый обновленный полигон, к которому мы пойдем немножечко позже. Также у нас изменилась настройка графики. Теперь, собственно говоря, каждый может выбрать себе просто вот, ну, идеальную графику, которая будет вам удобна, да, и с которой вам будет приятно, комфортно играть. То есть у меня сейчас графика Better. Это, ну, хорошая, скажем так, да, но не очень. Чуть ниже хорошей, да. Это потому что получается, ну, как бы билд не оптимизированный, да, его оптимизируют уже позже, но тем не менее уже на релизе можно будет поэкспериментировать. И сразу же хочу сказать то, что высокие графики, они выглядят, ну, на высокой графике игра реально выглядит очень бомбезно. Вот, а, собственно говоря, мы, ребят, переходим на полигон. Полигон у нас обновили, и что же? Я хочу сказать то, что все, надеюсь, помнят то, что был полигон старый, он такой серый, не, ну, невзрачный, да, неприятный даже местами. И, собственно говоря, появился теперь вот такой вот крутой полигон, который реально чем-то стал похож на BMNG Drive, ну, на полигон из BMNG Drive. То есть вот так, если посмотреть, вот если скрыть интерфейс, так создается ощущение, как будто реально первое, играешь в первые версии BMNG Drive. Ну вот, согласитесь, ребят, напишите в комментариях, кому точно так же кажется. Если еще сделать графику, получается, на ультры, то, мне кажется, там точно будет ощущение, как будто ты играешь в BMNG Drive на телефоне. Так, мы машину развалили, нормально. У нас, кстати, вот дым еще изменился, он теперь такой серенький, прикольненький. И да, вот смотрите, вроде графика better, а не сказать то, что графика какая-то, ну, прям говно, да? Кал какой-то. Довольно неплохо и, в принципе, довольно-таки играбельно. И при этом у меня FPS довольно-таки нормальный, большой. Но, получается, в целом мы переходим к новой машине. Это Subaru Impreza, которую вы все так долго ждете. Я думаю, давайте изменим ей просто цвет сейчас. Сделаем красненький. Как, знаете, кино есть такое «Малыш на драйвере». Я думаю, многие смотрели его. Вот, смотрите, какая четенькая, красивая. Опа, единственное, что меня смущает, это то, что почему у нее задница, задница, получается, смотрит вверх, а перед вниз. Что-то как-то не очень, да? Надо бы, чтобы это исправили, я надеюсь, это исправят. Вот, погнали, ребят, покатаемся по новому, получается, полигону, хотел я сказать, но я понял. Давайте зареспавним машину по новой. И поедем с вами кататься. То есть, видите, да, у нас, в принципе, Subaru тоже недоработана пока что. То есть, не работает оптика. И все в этом духе. Что у нас по новым, получается, локациям? По новым локациям у нас добавлено вот это вот место. Я не знаю, для чего оно сделано. Ну, тут типа деревья, можно в деревья поврезаться. Так, едешь, едешь. Ой, не справился с управлением, проехал дерево. Ну, ладно. Вот, также у нас добавлены, получается, различные типы дорог, это как в первых версиях, да, я думаю, те, кто с самого начала игры, они помнят, да, то, что можно было ездить по песку, там, по грязи, мне только бы это сейчас найти, я что-то это потерял, где это находилось-то? Это у нас где-то вот здесь находилось, а я, блин, найти не могу, серьезно? Серьезно? Так, а где? Где-то здесь и... А, вот... Я, кажется, нашел. Я что-то просто потерялся в моменте. Вот эти дороги, получается, различные. То есть есть вот такая вот дорога, на которой, черт возьми, тут, ну, кочки прям жесткие. Я не знаю, можно удалить это сразу же? Ни хрена себе. Вот это баги. Машину просто разорвало на части. Все, походу, не удалится, да? Надо перезапускать игру. Окей, перезапускаем игру и смотрим дальше.
Что ж, я перезапустил игру, и вроде как в целом все неплохо. Я на самом деле первый раз сейчас баг этот встретил, что у меня разорвало машину, ни хрена себе. Вот, собственно говоря, у нас вот это вот есть кочки, есть вот тот же самый песочек. Единственное, дороги тут стали сейчас не такие большие, как это было в первых версиях полигона. Вот, они как бы небольшие такие, и в принципе никому не нужны, наверное. Я не знаю, будет ли кто-то на этом кататься. Также у нас тут добавились лежачие полицейские. Я не помню, они были ли на старом полигоне или нет. По-моему, их не было. Сейчас мы доедем до них. Вот они вот здесь находятся. И в целом это очень круто, потому что можно... Опа! Особенно вот эти. Я не знаю, что это такое. Что за квадратики, но в целом выглядит тоже неплохо. Так, нифига. А что у нас с колесом? Нормально, да? Я говорю, вот тут присутствует множество недоработок, которые все исправятся, и вы уже будете кайфовать. Вот почему обновление выходит так долго? Потому что, во-первых, разработчик один, а во-вторых, все делается так, чтобы вы кайфовали потом. Так, ну-ка. И опа! Нормально в сметочку так зашло. Собственно говоря, это не единственная машина, которую у нас добавили. У нас есть еще Hiroshi SUV. Это, собственно говоря, оффроудный квадроцикл, если я правильно понимаю. Вот, и он предназначен как раз-таки для оффроуда. Я думаю, по карте Desert будет идеально кататься на нем. Ну и также на новых картах, которые будут в будущем добавлены. То есть, в целом, раз, заехал и, в принципе, катаешься по оффроуду. Правда, единственное, каких-то таких реально оффроуд карт у нас, в принципе-то, и нету. То есть есть карта Desert, и в принципе на этом, наверное, все. В большинстве, наверное, предназначено это Hiroshi SUV именно для карты Desert. Ну не знаю, в будущем может какие-то еще добавятся карты с оффроудом, там лес какой-нибудь, не знаю. Вот, это, конечно, очень интересно. Но у нас есть еще одна машина, которая называется Crash Test Car. Это, собственно говоря, вот такая вот штучка, которая, с помощью которой проверяются машины на, получается, безопасность, если я вроде как... Ну, вроде как так оно звучит или не так. И поэтому в следующем ролике я хочу сказать то, что у меня будет видос с вот этой штучкой. И мы с вами, я думаю, повеселимся на радость. Она не сказать то, что быстрая, и не сказать то, что она, в принципе-то, разрушение. У нее, в принципе, разрушений-то вроде как и нету особо. То есть она мнется, но она слишком жесткая. Это специально сделано. Ну, в принципе, в Bimage Drive на ПК, по-моему, точно так же и сделано. Вот. И сейчас мы на скорости где-то, наверное, 60 км в час врежемся вот в наш Subaru. Попытаемся посередине. Опа! Нормально. У нас двери куда-то полетели. И смотрите, в принципе, у нас повреждений на нашем краш-тест-каре никаких нету. А здесь, ну, здесь нормально так помялось, у нас, в принципе, бочины просто нету, геометрия кузова пошла просто по одному месту, фара куда-то убежала, ну, в принципе, в целом неплохо. Ну и также у нас колеса в разные стороны стали смотреть, и подвеска у нас тоже какая-то странная стала. Но, тем не менее, мы ехать можем. Особенность Indy Car Drive это то, что машина будет просто, ну, в мясо развалена, но она будет всегда ехать. И, как вы видите, то, что мы едем только кругами. Это, видимо, из-за подвески, из-за того, то, что у нас, ну, смотрят в разные стороны, получается, наши колеса. И прямо мы, скорее всего, не сможем поехать. А нет, смотрите, сможем. Можем. Трудно управляется, но, тем не менее, мы это можем сделать. Окей. Еще бы сделать нормальную камеру, но это только в наших мечтах. Собственно говоря, друзья, я думаю, на этом все. В принципе, я вам показал все обновление, которое, ну, на данный момент есть. И, в принципе, на этом все. Ставьте лайки, если вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделали. Пишите крутые комментарии, если дали лайку. Ну, а на этом все. Всем удачи и всем пока!